Стамина. Стамина можно. Видно, черный. Итак, всем добрый день. Добрый день. Меня зовут Александр Васильев. Я представляю компанию Real Music, которая является официальным дистрибьютором бренда Zoom в Украине, которая дает гарантию 12 месяцев, дает сервисное обслуживание. И в ходе своей презентации я вам расскажу о многофункциональных портативных рекордерах. Многие из вас, я знаю, уже знакомы с данным брендом, с ее продукцией. При этом я обещаю, что я сегодня вам расскажу что-то новое или что-то интересное. С вашего позволения буду сидеть. И... Итак, мы начинаем. Zoom H1 – это один из самых известных и самых передовых, самых простых рекордеров на сегодняшний день компании Zoom среди линейки всех портативных рекордеров. Он имеет стереопару XY направленные микрофоны, которые изображены, как вы видите на экране, которые стоят под углом 90 градусов и обеспечивают идеальную, можно сказать, захват звука. На передней панели вы видите индикатор записи или перегрузки. В случае перегруза сигнала он будет сигнализировать о том, что необходимо немножечко подкорректировать уровень входного сигнала. Мы видим ЖК-экран, на котором есть вся необходимая информация, вплоть до формата записи, уровня входного сигнала, количество времени записи, также состояние батареи и так далее. Есть большая кнопка записи. На боковой мы видим перемотка, воспроизведение, удаление и вся, так сказать, органы регулирования вашими файлами. Микрофон и линейный вход. В случае необходимости вы можете подключать петличку к данному Zoom и записывать непосредственно на ваш микрофон. USB-порт для того, чтобы сбрасывать ваши файлы на компьютер. Кнопка включения, кнопка Hold, которая дает вам возможность также блокировать все, предотвратить все случайные нажатия данного прибора. На задней панели вы также видите переключатель форматов записи, а данный диктофон может записывать формат WAV или MP3. Далее более подробнее об этом скажу. Выход на наушники. Вы также сможете в ходе записи прослушивать сигнал или звук, который вы записываете. Выключатель низких частот. Выключатель автоматического записи, уровня записи. Также отсек для батареи, он питается от одной батареи класса АА. USB-порт, об этом я уже говорил. И слот для SD-карты. Как я и говорил, два канала записи. Формат WAV с частотой дискретизации до 96 кГц. Формат MP3 записывает до 320 кбит в секунду. Карту памяти можно использовать до 32 гигабайт. Вес всего лишь 60 грамм. И стоимость данного рекордера составляет всего лишь $132. Вы его сможете также увидеть у нас на стенде, попробовать, поклацать. В комплект поставки входит карта памяти и батарейка. Вместе с ним также вы можете приобретать отдельно набор аксессуаров, в который также входит ветрозащита поролоновая. При этом я рекомендую использовать ворсистую, об этом я далее расскажу. Штатив, адаптер переменного тока, мягкий чехол, USB кабель и крепление на микрофонную стойку. Стоимость также вы можете видеть на экране. $29.5 стоит данный вариант набора аксессуаров для Zoom H1. Идем дальше. Zoom H4N, на данный момент он подставляется под названием Zoom H4N SP,
Я также далее расскажу, в чем принципиальное отличие его от Zoom H4. Разница между Zoom H1 является то, что у него есть два входных разъема XLR TRS. То есть вы можете также подключать петлички, радиосистемы. В нем есть фантомное питание 24 или 48 вольт. На передней панели вы видите индикаторы режима записи стерео, 4 канала или многодорожечный режим. Также особенностью и отличием от Zoom H1 является то, что в данном диктофоне, в данном рекордере, вы можете регулировать XY направленность от 90 до 120 градусов, то есть расширить уровень захвата входного сигнала. По функционалу те же органы управления, кнопка меню, джойстик для использования меню. Поддерживает карту памяти до 32 гигабайт. И также в нем есть возможность использовать экономичный режим. Это дает возможность работать с ним около 10 часов. Если от двух стандартных батареек он работает, заявлено 6, но реально где-то 4,5, в экономичном режиме его можно использовать до 10 часов. По ключевым характеристикам 4 канала записи, то есть 2 направленных XY микрофона и 2 XLR. Фантомное питание, о чем я говорил, 24 и 48 вольт. Функции предварительной записи есть, то есть она подразумевает то, что вы можете записать 2-секундный отрезок до нажатия клавиши REC. То есть если вам необходимо очень срочно уловить какой-то звук, вы нажимаете на клавишу REC, и если у вас включена функция предзаписи, то этот отрезок 2-секундный до нажатия клавиши будет записан. Есть также функция автозаписи. При достижении определенного порога уровня входного сигнала этот рекордер можно записывать автоматически, если вы настроите уровень входного сигнала и включите данную функцию. По обработке есть компрессор, лимитер и фильтр низких частот. Дополнительные функции для музыкантов — метроном и тюнер. Форматы записи WAV 96 кГц, частота дискретизации 96 кГц, 24 бита. Формат записи MP3 до 320. LCD-дисплей, карта памяти до 32 ГБ, питается от двух батареек, либо же от адаптера переменного тока, который можно также приобретать отдельно. И весит меньше 300 грамм. То, о чем я говорил, Zoom H4N и Zoom H4 NSP. Сейчас он поставляется под названием Zoom H4 NSP. Принципиальное отличие является то, что Zoom H4N поставлялся вместе с поролоновой ветрозащитой. Также был USB кабель. Держатель, с помощью которого вы можете его крепить на микрофонной стойке, адаптер питания. А в Zoom H4 NSP входит все тот же Zoom, все тот же рекордер. Только в него не входят все те аксессуары, которые я перечислил, входят всего лишь две батарейки и мануал. При этом разница в стоимости составляет около 90 долларов. При этом набор аксессуаров вы также можете приобретать отдельно, как в старой версии Zoom APH4N, так и в новой APH4 NSP. По картинке вы можете видеть, что принципиальное отличие является то, что только в Zoom H4N есть пушистая ветрозащита и пульт дистанционного управления. Также башмак, с помощью которого H1 переходник, с помощью которого вы можете крепить его на ваши камеры. При этом все вышеперечисленные аксессуары, которые не входят в набор аксессуаров Zoom H4 NSP, вы можете приобретать также отдельно. Разница в стоимости, вы видите, практически 15 долларов. В данном случае у нас есть и в одном варианте, и в другом. Едем дальше. Zoom H5. Zoom H5 — это наш флагман, можно сказать. Он идеально заменяет Zoom H4 NSP. По функционалу, в принципе, практически такой же, немного видоизменен. При этом особенностью является то, что вы можете подключать разные капсуля, будь то два дополнительных XLR, будь то mid-side микрофон, либо же суперкардиоидная пушка.
Далее я также рассмотрю более детально по каждому из данных микрофонов. Возвращаясь к Zoom H5, отмечу, что в нем так же, как и в Zoom H4 NSP, есть 4 канала записи, 2 XLR и 2 XY направленных, если на данной картинке видите XY направленные микрофоны, которые расположены под углом 90 градусов. Фантомное питание предоставляется 12, 24, 48 вольт. Функции предзаписи, как и в Zoom H4 NSP, автозапись и бэкап-запись. Бэкап-запись подразумевает то, что у вас автоматически сохраняется такая же звуковая дорожка, только на 12 дБ ниже. То есть если в случае, скажем, если у вас основная запись была испорчена или по каким-либо причинам, ну, вы не можете ей воспользоваться, вы можете найти с помощью функции бэкап-запись другую дорожку, которая 12 дБ ниже, восстановить ее и использовать ее как... То есть всегда знать о том, что у вас есть подстраховочная, скажем так, дорожка. По обработке тот же компрессор, лимитер, фильтр низких частот, тюнер, метроном как дополнительные функции, форматы записи WAV, как и в Zoom H4 NSP, MP3 он записывает, питается двух батареек класса А около 15 часов, весит гораздо меньше, вес без капсулы. То есть каждый, в зависимости от того, какой капсулы вы используете, он будет дополнительный вес. Стоимость его составляет $323, он на $24 всего лишь дороже за Zoom H4 NSP. При этом, используя его, вы можете менять капсуля, такие как Midside. То есть, если вы видите на данной картинке, на примере Zoom H6, о котором я скажу чуть позже, вы видите, в каких случаях можно использовать данный капсуль. Называется он MSH6, стоит он $101. То есть вы можете подключить радиосистему, вы можете подключить два микрофона с помощью XLR-входов и с помощью данного капсуля записывать кино, скажем, или интервью, как представлено на данной картинке. Также есть микрофон суперкардиоидный, микрофон-пушка суперкардиоидная для записи диалогов. Также на картинке представлен на примере Zoom H6, как он захватывает звук, в каких случаях его можно использовать. Стоимость также представлена у вас на экране, и его также можно увидеть у нас на стенде. И дополнительный модуль, который дает вам возможность расширить количество входов. Как видите, каждый вход имеет свой аналоговый регулятор входного сигнала. Стоимость такого модуля составляет $74, и с помощью его, используя тот же Zoom H6, вы можете подключить практически оркестр. То есть для каждого из сигналов, для каждого из выступающих вы можете подключить отдельный микрофон или подключить гитару, подключить музыкальные инструменты и так далее. И по комплектации. Zoom H5. В комплектацию входит ветрозащита, поролоновая, отмечу. Входит карта памяти на 2 ГБ, при этом вы можете использовать до 32. Входят две батарейки, лицензионное программное обеспечение и USB кабель. При этом вместе с ним вы можете также покупать аксессуарный набор APH5, в котором есть уже пушистая ветрозащита, которая гораздо лучше поглощает внешние шумы, блок питания, дистанционный пульт управления, и стоимость также вы можете видеть на экране. Zoom H6. Принципиальное отличие от H5 то, что у него есть 6 входов, ну то есть не 6 входов, 4 входа XLR, он шестиканальный. Он также может использоваться вместе со всеми вышеперечисленными капсулями и модулями. В нем принципиальное отличие является то, что также можно, как и в Zoom H4, настраивать угол
захвата XY микрофонов от 90 до 120 градусов. Все те же функции, фантомное питание, предзапись, бэкап, запись, автозапись, компрессор, лимитер. Формат записи WAV и MP3. Питаются от 4 батареек. Время работы около 20 часов или же от адаптера переменного тока. Стоимость $493, вес без модулей, без капсулей составляет 280 грамм. При этом я отмечу, что, как вы видите на картинке, данный прибор поставляется вместе с XY направленными микрофонами и также капсулой Midside. Если в S5 он поставляется только вместе с XY направленными микрофонами, здесь еще есть дополнительный модуль. В комплект поставки входит, как я и говорил, два капсуля, карта памяти на 2 гигабайт, 4 батарейки, программное обеспечение Cubase, поролоновая ветрозащита. При этом в наборе аксессуаров вы можете также приобретать ветрозащиту вальсистскую, также можете приобретать пульт дистанционного управления и блок питания. Каждый из вышеперечисленных портативных рекордеров вы можете крепить с помощью дополнительного аксессуара HS1 на ваши камеры. То есть, приобретая его всего за $13, вы можете, как представлено на экране, в таком виде их закрепить у себя на камере и записывать непосредственно звук. И настоятельно рекомендую приобретать ворсистую ветрозащиту, она гораздо лучше предотвращает шумы. Если вы пишете в закрытом помещении, тогда можно обойтись, в принципе, поролоновой. Но если вы будете писать звук в окружающей среде, лучше приобретать, конечно же, ворсистую ветрозащиту. Она также может приобретаться отдельно. И новинка, к сожалению, она еще в Украину не приехала. Это 8-канальный с 10-дорожечной записью, супернизким уровнем шумопредусилителей, Zoom F8, который имеет высочайшего качества тайм-код для надежной синхронизации с аудио и видео. Также он оснащен лучшим микрофонным предусилителем с низким уровнем шума до -127 дБ. Это один из самых маленьких полевых рекордеров, в котором есть 8 комбо-разъемов XLR. Он весит менее килограмма. У него есть цветной 2,4-дюймовый цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. И также вы можете регулировать яркость. Это позволит его использовать в абсолютно любых условиях, будь то снег, дождь, солнце, любые условия. То есть вы сможете увидеть на экране всю необходимую информацию. И также он записывает формат WAV 24 бит с частотой дискретизации до 192 кГц, либо же MP3 до 320. Одновременно он может записывать сразу же на две SD-карты, по каждой по 512 гигабайт. Также это позволяет производить резервное копирование или разделять записи. Питается от 8 батареек, или же от внешнего аккумулятора, или же от адаптера переменного тока, который также можно приобретать отдельно. Файлы, очень важно, сохраняются периодически во время записи. Это вам даст дополнительный уровень защиты, если, например, вы удалите SD-карту, либо потеряете питание. В любом случае, ваши файлы во время записи будут автоматически сохраняться периодически. Также функция предварительной записи, если в Zoom H6, H5, H4 NSP позволяла записывать отрезок до 2 секунд, в данном полевом рекордере он позволяет записать до 6 секунд до нажатия клавиши REC. Особенностью данного полевого рекордера является то, что это один из первых рекордеров с беспроводной технологией Bluetooth. То есть вы можете закачать на свой гаджет,
в компании Apple на iPhone, iPad или iPod приложение абсолютно бесплатно, и вы можете видеть всю необходимую информацию, уже непосредственно управлять данным полевым рекордером с помощью вашего устройства. Как я и говорил, в Zoom F8 8 дискретных входов XLR на разъемах Neutrik. Каждый имеет выделенную ручку управления, светодиодный индикатор уровня. Также на задней панели вы можете видеть 10-контактный разъем, который дает вам возможность присоединить к данному полевому рекордеру все те капсуля, о которых я говорил раньше. Есть 4, в дополнение к выходам на наушники, есть 2 балансных выхода для подключения к внешнему микшеру, либо же для для подключения других устройств, а также 2 SAP выхода для подключения к камере. Предлагаемые аксессуары в комплекте поставки Zoom F8 является крепление на камеру, собственно, на фотографии вы можете видеть, как это будет выглядеть. Блок питания, блок переменного тока для того, чтобы использовать, к примеру, его питать от сети, а не от 8 батареек. Инструкция по использованию, программное обеспечение и таз для XLR кабелей в количестве 2 штук. Вместе с Zoom F8 также можете приобретать полевую сумку для того, чтобы использовать его в абсолютно любых условиях. Она защитит данный рекордер от попадания там нежелательного мусора или влаги и так далее. И, как я и говорил, совместимость Zoom F8 со всеми микрофонными капсулями XY, Midside, пушки или же стереопушки вы можете также использовать вместе с данным полевым рекордером. И резюмируя свой доклад, хочу прежде всего поблагодарить каждого из вас. Надеюсь, информация была интересной. И то, что я говорил с самого начала моей презентации, если кто-то не услышал чего-то нового, чего-то полезного, хочу сказать то, что все, кто заинтересовались продукцией Zoom, которая у нас представлена на стенде сегодня, смогут ее приобрести с 10% скидкой. Если у кого-то будут какие-то вопросы, также сможете их задать непосредственно мне. Спасибо. Не сказал по поводу цены 8-го, он будет составлять в районе $1300. Пока, к сожалению, он к нам не доехал, при этом, очень обещают после Нового года представить его уже в Украине. Все, благодарю вас за внимание, спасибо вам, хорошего дня.